чикс. Вот так заводится у меня машинка теперь в минус 5. БСЗ тупо сила, пацаны. Бесконтактная система зажигания тупо рулет. В натуре. А еще, короче, я вчера поставил по плюс одной колоночке. И теперь тут такой ебейший звук. То есть у меня GBL-ка одна тут, GBL-ка одна тут. И теперь еще по бокам вот так вот две. Просто песня, пацаны, вообще. Ай, тупо кайфую, нахуй. Темные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Про свет я не мечтаю, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Короче, шо? Успел вот такую штуку накидать, чисто примерочную на точечках, надо будет ее корректировать уже. Она была сварена, вот, раз это разломал, надо чуть-чуть изменить еще больше угол. Вот, чиню салат C16, ну, то, что от него осталось. Собственно говоря, и пока на эту света. А, еще немного, короче, у меня тут этот пересанатановки мана. Короче, хлебница уехала туда, сварочник туда. Появилась такая вот ебалда. Тут еще такой пассажир. Короче, немного освободился побольше пространства для бурной деятельности, как говорится. Вот, еще вчера приволочили джох. Я что-то, честно, вообще забыл даже уточнить. И приволочили мне, короче, трехтактный джох. Я их ненавижу на самом-то деле. Вот. Давайте вот, кстати, вот. Вводная проблема, чтобы вы понимали, переднее колесо настолько заклинившее, что я двумя руками еле его прокрутил, а человек на нем, говорит, приехал. Говорит, мопед что-то то едет, то не едет. Ну, короче, какие-то странные дела. В общем-то, давайте попробуем его дружно завести. Так. Инжектор накачал. На улице минус 5 где-то примерно. Этот вот цокотение вот это я в трехтактных джагах скажу по-честному, но вот этот вот цокот мне что-то не сильно нравится, такой какой-то цокот непонятный. Сейчас наберу одного гуру четырехтактной всякой херни и уточню у него, нормально ли для этого мотора вот это цокотение вот такое, потому что если у меня вот так машина цокотела, я бы поднапрягся. Скажу честно. Ну, то есть, что тут? Ну, то есть, посмотрите, он тупо новый вообще, в принципе, этот мопед. Просто он новый. Новый. Посмотрите, просто на пластик. На все. А переднее колесо вот. Ну, правда, это чуть не упал. Я серьезно тяну со всей силы одной рукой. Вот я аж поднимаю мопед. Ну, тупо, я не знаю, что тут они наделали, что тут случилось, но колесо заклинившее полностью. И на таком колесе люди ездят. Ну, дай бог здоровья этому мотору. Так, всем, кто ищет себе тренажерный зал и не знает, как унять слишком много лишней энергии, милости прошу. Пила дружба, дрова дружба. Дружба, дружба. Короче, вы поняли. Найду работы, все силы с вас выжму. Приезжайте в гости. Собственно говоря, классический случай. Классический случай. Короче. Если вкратце, пизда мотору,
пишу, говорю, что пизда мотор, надо делать мотор. Говорят, не, похуй на мотор, сделай нам колесо, и мы его заберем. Подход топ. Типа, видимо, сейчас денег у людей нету, сделают попозже. Ну, дело ихнее, я не осуждаю, конечно же. Вот, но... Я, кстати, понял, что заблокировано колесо полностью. Я уже ось отпустил, оно все равно заблокировано. Я посмотрел внутрь, колодок нету. Получается, там с одной стороны поршень, с одной стороны поршень выдвинулся максимально, колодок нету, и оно уже металл в металл. Ай, классно ездят пацаны, пацаны. Классно ездят пацаны. Это был 10-й, мне надо. А где 13-й? Черт побери. Да. Эти он. Хотя можно, в принципе, не отпускать. Супер. Не, ну лучше отпустить его, чтобы расшевелить было проще. Понял. Один на 12, второй на 13. Беспробежный мопед, говорили мне люди. Ладно, разберу колодки, покажу. Котопёс, котопёс. Котопёс, котопёс. Сейчас Забав принесёт мячик. Просто у кого еще может вот так кот? Напишите в комментарии. Мы его не учили, он сам почему-то решил так делать. Типа принес? Мне нравится эта его деловая походка, такая именно стройным шагом, типа никуда не спеша потом. Типа дело сделано, типа можно и не спешить. Опачки. В общем-то, закончил я С16-ю вот эту делать. Сейчас на фоне выставляю, как она теперь выглядит. Точнее, давайте так, сейчас я вот хуяк первый раз я выставляю то, что ко мне приехало. А дальше смотрим, что я с этого сделал по итогу. Вот. Берем во внимание то, что трубе миллион лет, ее изнасиловал кто только мог и не мог. И это ремонт, а не реставрирование. Кто захочет, загуглит. Разница, в чем ремонт, зависит, в чем реставрирование. Вот. Такие вот приколдесы. Собственно говоря, сегодня у нас очередной раз обстреляли Киев. И пока что еще даже есть свет, но уже объявили, что нету воды. Собственно говоря, и это меня не особо радует, так как могут и на сутки выключить свет, могут и еще больше, и... Снова получается, что могут начаться еще большие проблемы, чем были до этого. Не радует, конечно, это все. Так, приехала вот такая реплика. Человек явно любитель тишманского герметика. Это, походу, какой-то а-ля казанский автомобильный. Ладно, не суть. Что у нас с той репликой? Прочухано тут, прочухано тут, прочухано тут. Тут вмятина вот такая. И колено, которое получало и не раз. Собственно говоря, я так понимаю, что
сожалению, не могу открыть список задач по этой трубе, потому что не грузит Инстаграм, а ничего не грузит Инстаграм, потому что нету связи. А что нет связи? Потому что где-то, походу, уже выключился свет, где вышка стоит. Вот такая вот беда. Кстати, на самом деле, возможно, ну хотя тут уже такой залом сильный. Может быть, получится и выдуть, а может быть и не получится. Надо, как говорится, пробовать. Там будет видно. Но в целом, на самом деле, состояние очень даже неплохое. Она, я так понимаю, очень немного успела поездить в своей жизни. Но уже успела повидать некоторое количество говна. Галичине! Шо вам повидать, друзі мої, кохані? В квартирі света нема, води нема. Приїхав на роботу, був світ до 10:30 і виключили. От, і є дуже великі шанси, що світ виключили на сутки мінімум. От, так що... Так що що? Зараз буду далі продовжувати займатися цим монстром. Будемо пробувати. Бо як був світ, я сидів, варив, працював, віддавав хоч якісь закази. Світа нема, варити нема чого і так далі. Будемо колупейстер робити.